Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы собрались по случаю торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Российский экономический университет имени Плеханова. Слово предоставляется ректору Российского экономического университета имени Плеханова Виктору Ивановичу Гришину. Уважаемый Максим Станиславович, уважаемые коллеги, мы на самом деле очень рады приветствовать вас, встречать в университете. Мне кажется, у нас такого количества людей на подписании, Максим Станиславович, я не помню, чтобы было. Подписываем мы часто, поэтому я понимаю, что на самом деле все-таки с департаментом транспорт это важно. Да, и департамент транспорта это очень важно, и очень важно, что Максим Станиславович к нам приезжает, читает у нас лекции и приобщает нас к тому, в общем-то, по-моему, чрезвычайно важному делу, чтобы транспорт в Москве, он был упорядочен, движение в Москве становилось менее плотным, менее напряженным. И я считаю, что на самом деле Максиму Станиславовичу удалось за последние годы многое сделать. По крайней мере, я замечаю, я езжу из Запада, из-за кольца, и скажу вам откровенно, что я на самом деле доезжаю до работы быстрее, чем во все предыдущие годы. При этом я прекрасно знаю, что в Москве количество транспорта не убывает. Поэтому задача, как мы с вами понимаем, чрезвычайно сложная. И то, что она решается нашим выпускником, мне, например, это очень приятно. При этом, коллеги, вот решая эту задачу, мы прекрасно понимаем, что не все приветствуют. Я был вчера, вы помните, подписывали мы соглашение с Росфинмониторингом. Они говорят, да, вот, конечно, хорошо. Я похвастался, что мы с вами что-то делаем. До третьего кольца сделали платные стоянки. Поэтому я считаю, что мы эту работу с вами должны уметь представлять гражданам города Москвы, что на самом деле чем-то приходится жертвовать. Но, на мой взгляд, приобретаем мы гораздо больше, чем то, что отдаем. Потому что мне думается, если вот такой работы не было бы, Москва вообще могла бы встать. По крайней мере, несколько лет назад, скажем, 2-3 года назад, мне приходилось в пробках стоять и по полчаса, и более. Ну и мне очень приятно, Максим Станиславович, что вы участвуете в наших не только лекционных занятиях. Но в прошлом году мы проводили кросс, и вы нам обеспечили возможность провести этот кросс здесь, в центре столицы. И мы надеемся, сейчас мне на ухо шептал наш руководитель охранного подразделения Виктор Иванович, попросить, чтобы мы в этом апреле тоже смогли провести этот кросс здесь у себя. Мы, конечно, в соглашении это не забили, Максим Станиславович, но если можно, мы обратимся. Обязательно. И мне, конечно, очень важно, что вы в прошлом году привлекали нас к работе вот по оценки различных видов транспорта города Москвы, как он обслуживает наших граждан, насколько удобно, насколько уютно. И я рад, что Ирина Ивановна с этой работой справились. И мы надеемся, что и к следующим работам вы нас будете привлекать. Потому что и студенты, и преподаватели почувствовали вкус к этой работе. Большое спасибо. Мы вас приветствуем. Мы вам желаем самого доброго. Успешной работы департамента. Спасибо. Слово предоставляется заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Станиславовичу Лексутову. Да, Виктор Иванович, уважаемые коллеги, для меня это вдвойне честь подписать это соглашение, потому что многое связывает с этим заведением, и я всегда с большим трепетом и с огромным желанием прихожу сюда. Могу сказать, что мы очень редко подписываем такие соглашения. У нас это второе соглашение, и мы для себя выбрали определенный набор учебных заведений, которые для транспортной отрасли уже исторически являются крайне важными. И
ваше заведение, оно является одним из флагманов, и большое количество выпускников, не считая меня, работает в транспортном комплексе города. Это очень приятно, и поэтому мы будем делать все возможное, чтобы и в дальнейшем выпускники смогли найти себя в правительстве Москвы, в транспортных предприятиях города. Они все очень значимые. Например, и предприятие наземного транспорта, наш ГУП «Мосгортранс» – это крупнейшее в Европе предприятие наземного транспорта, количеством сотрудников около 40 тысяч человек. Московский метрополитен, он не самый большой в мире, но самым интенсивным движением поездов в метрополитене, он, могу сказать, например, как флагман там, метро Пекина, он опережает почти на 30%. Поэтому для нас важно, чтобы лучшие выпускники приходили на работу в правительство Москвы, в транспортный комплекс столицы. И от своего имени, от мнения моих коллег, будем делать все возможное, чтобы были хорошие условия, чтобы выпускники понимали, куда они идут, понимали и хорошие стороны, и тяжелые стороны работы в государственной службе, в муниципальной службе. Поэтому наша, моя, так сказать, миссия – сделать все возможное, чтобы у студентов был выбор, чтобы они понимали и важные задачи, ответственность при таком решении. Ну и с своей стороны, конечно, будем делать все, чтобы привлекать и студентов, преподавателей к нашей работе. Работу они делали очень хорошую, она очень качественная, очень продуманная, и будем делать все возможное, чтобы таких работ было больше и больше. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь время торжественного подписания соглашения. Его подписывают со стороны Российского экономического университета имени Плеханова ректор Виктор Иванович Гришин, со стороны Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Станиславович Плексун. Сразу печать. У нас нет. В сейфе лежит. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья, уважаемые гости. Приглашение подписано. Спасибо вам. Спасибо.